В Луганской области, хоть и под обстрелами, но продолжается эвакуация мирных жителей. Вчера удалось вывести десятки людей из Лисичанска. Украинские полицейские спасли стариков и женщин с детьми. Они в ужасе и со слезами на глазах уезжают из родных домов. Но оставаться в городе крайне опасно. Российские войска превращают Лисичанск в руины. Оккупанты обстреливают его практически без остановок. Мы же по двумя обстрелами были. Сегодня? Да. Там мы шли, мы же с Григорьев. 7 часов пешком шли. Вчера полиция ездила между домами, бабушки сидят на лавочках, они подходили, ну, короче говоря, по улицам и объявляли, что будет эвакуация. Вот мы сегодня с сыном и пришли. Спасибо. Спасибо, ребята ехали на машине, увидели нас, забрали.